самых больших на всем Черноморском побережье океана. Thank you.
пока, и через 5 минут будем одевать жилетики. Кто на банане хочет прокатиться? Четыре места на борту, 5 мест в катере. Парашютисты будут отправляться в 11:30. Есть свободные места. 1500 человек. Гидроцикл тоже озарится через минуту. Гидроцикл у нас самый мощный подкрутки лазерская. Четыре местечка на команду. Кому нужно прямо перед рейсом, вы успеваете купить эти 4 места и не отправиться, не ждать никого. 16 мест всего на Гадане, осталось свободных 4. И минута до того момента, как будет приглашать вас на посадку. Пляж Судоверфь. Ну, отсюда уже начинается пляж Гренада. Кафешечка моя любимая, где ветерок продувает. Солнце вышло. Солнышко вышло и тут же спряталось. Сейчас, по сравнению с Польшей, это море 20. Сейчас, по сравнению с Польшей, это море 20.
автомобилисты полетели на горизонт. Видите, выше, выше, выше поднимается. А горизонт уходит на штате, а маршрутка выше на белый поднимается в облака. Что желает наши полетатели, ждем на обозрение. Одноместные, двухместные и трехместные полеты выполняем. Красиво купол парашюта входит сюда, на фоне неба, на фоне белевых облаков. Представляете, что меня тратит и выражение. Вот эти дела делаем, полетаем с парашютом на банане катать. Распечатаем тут же фотографии, магнитики можете заказать. Или на диск можем информацию, на крышку на вас, на банане осталось. На одном бананчике 2 места свободных и на втором банане 2 места свободных осталось. Бананы не переворачиваем, мы где-то катаем, просто не делаем. Даже вы заходите, чтобы вас переворачивали. Самый высокий полет и безопасный – это полет с платформы кластера Парашюта на Корейском. Тоже берите на место, и балочки продают дальше. Два места свободных на банане. Посетите нам банановый ряд. Катайте детишек, радуйтесь свободно. Как высоко летят наши парашютисты, красно-белый парашют. Движется, он потихонечку плывет в воздух. Его не швыряет, не раскачивает, не дергает. Люди получают наслаждение от полета. Вам тоже понравится. Банан 2 места свободно. Пока дышащий летает, мы влезь набираем заранее, подходите заранее взвешивать. На каждый подвиг позовем на посадку. Заранее набирается парашютист, заранее набирается банан. Остальное капитон на подвиг, когда чуть сразу же поедет. Дальше отправляется, желаем вам хорошей прогулочки на банане. Ребят, на банан больше дорогов, на следующий день 12 свободных мест. Ребят, на полет с парашютом 11.30, кто хочет полетать? 1500 человек, или смотрите в паре. Парашютный катер последнего поколения Evolution. Приглашаю всех желающих. Сегодня благоприятный вечер для полета. Самое то летать с парашютом и сердце выстрелить. Два свободных местечка на бананчике осталось, мои хорошие, что говорят на прогулочке. И там долго бананчики работают, потому что можно сам прогулка. Это очень выгодное предложение. Пока нет еще повышения цен на стационе, пока еще бананы работают не сильно до полчаса, подскажите, какая цена. Это парашютисты наши подвижки прилетели с горизонта. Сейчас будет стрелка короче-короче становиться, а парашют все ниже-ниже будет. Давайте опустим, ножками по воде пробежимся и по стартам. Кстати, расцветка неба, да? Шикарное небо, по снегу, святая дама, да? Небо шикарное, да, она права.
Море красиво. Пляж Гренада. Зеленушки, одеваемся, банан уже прибывает вам. Так, сейчас паровоз, вагончик, катер, банан, горизонта. Катер вам уже снимает. На площадке попал там хвостик, домашний, который она снимает. Хвостик, это рыба тех, банан, рыба тех. Ну, такие, попасть по такие, одного зовут Том, второго не едет. Уважаемый, на Москву прогулочек, прийдем, купать, да, купать. Зеленые жетоны, ребят, не все подошли, пожалуйста, походим, походим. Заранее мы же лица надеваем, инструктаж проводим еще, и банан прибывает еще. Все на ковер. Все в сад, все в сад. Короче, жара, вода, кипяток. Приезжайте, отдыхайте. Впереди уже центральный пирс. Нормально я так прошел, да? Вот и прискакал наш сотрудничество с прогулочки. Видите, как долго не было банана. Довольные, ручные маши. Катались, накупались, надоялись, все прочистили морской воде на горизонте. Вот это море водоидеальное, ребят. Для этого ничего рядом не стоит. Оно совсем другое. И по цвету, по ощущениям, по теплоте, по чистоте. А море одно, а вода разная. Пробуйте ее, сами не доходят, у нас подойдет дома. Море, говорит, одно, выходим, а вода разная. Да, сегодня денек оживленный, и парашюты, и катамараны, все летает, все шуршит, бабки зарабатывают люди, кто-то тратит. Все, запрыгиваем на бананчик, новая группа. Да, сколько же интересно сюда бабла надо, чтобы на всем этом покататься и за все это... Делюгу заплатить, поесть, поспать, покататься, экскурсии, шашлыки, мышлыки, пышлыки, ночные клубы, бары, рестораны, дискотеки. Блять, бабла кучу надо вообще. Или вступите в неравную битву с отважной и во все любовью. Все это будет зависеть от вашей фантазии. Самые веселые и интересные моменты.
Ну все, хватит снимать, устал я. Пошел монтировать домой видео. Всем удачи.